Вау! Здравствуйте! Здравствуйте! Как называется этот волшебный коллектив? Театр чудес. Театр чудес! Вы откуда? Мы из Алматы, Казахстан. И сколько лет вашей команде, этой дружной, прекрасной команде? Ну вот именно этим коллективом мы первый раз выступаем. А этот номер вы отработали как долго? Ну, несколько месяцев. Мы будем показывать небольшой отрывок из спектакля «Я живая», который поставили наши тренера. Мы очень волнуемся, боимся выйти на такую большую сцену. Очень тяжело, но всем очень нравится и все просто в восторге. Я люблю очень своих детей, поэтому в любой точке мира я еду к ним, с ними, группа поддержки. Я за них очень переживаю, волнуюсь. Это моя семья. Мы очень хотели сюда попасть. Прям, я думаю, то, что многие из нашего театра очень хотели. Была чья-то это даже мечта попасть на именно это шоу. Мы все испытываем разные чувства. Кто-то очень сильно волнуется, чуть ли там в обморок не падает. Мы сюда вложили всю свою душу, все свои силы. Надеемся, то, что вам и жюри очень понравится. Волнуетесь за подопечных? Волнуюсь, переживаю, как будто сама. Это кто? Тише, тише, там, там. Весь дрожа от холода, он уснул на полу. Он не кукла, не игрушка, не пластмасса, не фарфор. И внутри его Молодцы!
Молодцы! Молодцы! Шикарный, сказочный, волшебный, невероятно чудесный номер. Каждый участник работал четко и ясно. Вы выступали, показывали номер без страховки. Вам не страшно было? Нет. Совершенно? Нет. Боже мой, какие вы сладкие. Я вам скажу так. Вы сейчас смогли показать настоящее шоу, настоящее чудо. Спасибо. Давайте послушаем, насколько ваше волшебство повлияло на Ербулата. Это реально было сказочно. И реально я не успевал. И там было круто, и здесь было круто. И я вот так вот смотрю, куда смотреть, а и туда, и туда. Блин, это было здорово. Спасибо большое. Я говорю «да». Спасибо. Я вам говорю «да». Спасибо большое. Я могу сказать, что не только в нашем первом сезоне, но и во многих мировых Got Talent'ах я такого не видел. Это раз. Спасибо вам большое за уникальное, за талант. Причем каждого по отдельности и всех вместе. Вот сейчас уже два «да». Можно сказать, что вы проходите в следующий тур. Но есть мой очень важный голос. Я не хочу, чтобы вы проходили через этот тур, и я даю вам это! Проходят полуфинал Central Asia's Got Talent.